Ей было 4 года, когда вместе с родителями Мария переехала жить в сельское поселение Молоковское. С самого детства она была девочкой активной и творческой. Мария очень любит рисовать, поэтому после школы выбор профессии не был для нее сложным. Она поступила в Видновский филиал Московского регионального социально-экономического института на кафедру дизайн. К своим 18 годам Мария Куркина успела поработать фрилансером во многих частных и административных проектах, создавая макеты для тех или иных праздников. Но основное место ее работы – дворец спорта «Видное». Здесь все стенды и общее оформление – полет ее творческой фантазии. Познакомившись с людьми вот здесь, во дворце спорта, я и попала, собственно говоря, в молодежный совет, где сейчас активно принимаю участие. Я сразу быстро согласилась, так как вообще, в принципе, являюсь очень активным гражданином. В молодежном совете Ленинского района Мария представляет родное Молоково и активно занимается тем, что умеет лучше всего – дизайном. Общественная деятельность ей нравится. Она активно выступает с различными предложениями по развитию совета. Также девушка намерена развивать спорт в своем поселении. Молодежь надо активно, я считаю, поднимать и задействовать в каких-либо мероприятиях обязательно, чтобы они чувствовали себя частью, видели, что они тоже прикладываются, да, к общественной деятельности. На прошедшем Дне молодежи Мария убедилась, что сделать жизнь молодежи интереснее возможно, и совместно с другими участниками совета она намерена развиваться в этом направлении. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.